Начинаем с новостей из Швейцарии. Там в ДТП с автобусом погиб один человек, более 40 пострадали, среди раненых 10 россиян. Подробности рассчитываем узнать у корреспондента РИА Новости в Швейцарии Елизаветы Исаковой. Она сейчас выходит на прямую связь. Елизавета, приветствую. В каком состоянии сейчас пострадавшие россияне? Да, здравствуйте, Ольга. Действительно, как вы сказали, сегодня утром СМИ местные сообщили, потом посольство наше подтвердило о том, что около недалеко от Цюриха пострадал в ДТП автобус, произошла авария, 44 человека пострадало, из них, из пострадавших, 10 российских граждан Российской Федерации. В нашем посольстве сообщили о том, что все они госпитализированы и им оказывается медицинская помощь необходимая. В посольстве также отметили, что пока они не будут публиковать списки пострадавших россиян. Но известно уже, что в основном речь идет о незначительных травмах, ушибах. И единственное, что один человек находится в состоянии средней степени тяжести. Ольга? Да, спасибо. О ДТП в Швейцарии, где пострадали россияне, рассказала корреспондент РИА Новостей Елизавета Исакова. К этой теме еще вернемся в ближайшее время.